и говорит, что-то я не пойму. У вас такое, такая высокая степень близорукости, как вы вообще работаете? А я что-то там миллионные делаю, и вообще все, без очков, все, вот, представляете, вот так. А, и, в общем, где-то за полтора года капания капель для глаз, у меня диоптрии ушло, 4,5 диоптрии ушло. По-русски. То есть было минус 17, стало минус 11,5. Но когда он глаз стал измерять, по факту стала восьмерка. Вот глаз у меня растянут на восьмерку. В два раза. С минус 16-17, понимаете? Вот. Это за сколько? Ну, вначале это было где-то за полтора года, первый вот такой результат. Просто потом я еще ковидом переболела, после ковида немножко я замешкалась по восстановлению. После ковида потом нужно обязательно пептиды, очищение, вот эти дела. И сейчас хочу сразу похвалить препарат, пока все здесь, гепа-гепазан. Вот на гепазане у каждого из вас опять начнет восстанавливать зрение, потому что печень связана с глазами. Да. Печень связана с глазами. У меня не вопрос. Я хочу сказать, что я не ставила себе целью уйти от очков. У меня по возрасту я читать не могла этот журнальный текст. Это для меня такая морока была, когда проводила презентации, что-то прочитать я не могла. И вот когда начался ковид, нас посадили всех на карантин, и начала усиленно капать капли формула зрения. Что только из меня не вылезало из глаз. У меня обсыпало песком ресницы утром мыло. У меня были красные склеры глаз, сильнейшие отеки под глазами были. Но прошло. Пришло время, я чувствую, что плохо вижу. Думаю, надо идти покупать очки. Я ловлю на мысли, что мне очков не надо. И я в них не выходила уже из дома без очков. У меня очки лежали в каждой комнате, висели вот тут, чтобы они не терялись. У меня их было много. Вот. И я приехала сюда без очков. Я читаю текст, он Лена подтвердит, без очков, в поезде трясущемся. Вот. И я еще словила такой момент. Лето жаркое, солнце. Без очков я не выходила на яркое солнце, на яркий снег, потому что слепило глаза. Тут смотрю, очки у меня на макушке, как ободок. И я хожу в яркий солнечный день без очков. Солнечно. А у вас какое зрение? А у меня зрение падало чисто по возрасту. Я не могла читать, я не могла смотреть телевизор. У меня для телевизора были одни очки, для чтения были другие очки. А как вы капали? Какая схема? Да не было у меня схем, девочки. У меня были капли формулы зрения, капли формулы солоя. Когда я чувствовала, что у меня перебор идет по формуле зрения, потому что начинается, как бы сказать, чересчур промытые глаза, это как до скрипа, когда ощущение до скрипа, я перехожу на капли алоэ. Да, правильно, вот, да, вот таким, вот таким образом. А? Замечательно. Я не системный человек. По алоэ не обязательно.